Шутка. Всем привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик и Настя. Мы сегодня будем выживать в мире динозавров, так что смотрите это видео до конца. Ну чё, Настя, привет. Привет. Всё, пойдём, почему горят деревья, выясним. Мы только что загрузили новый мир. А, тут лава. Тут лава, тут обычная русская лава, поэтому всё и горит. Так, я упал в лаву. Что ты лежишь? Давай, руби дерево. Так я от осиков убегаю. Кого? От осиков? Осики. Тебя убили осики твои. Я это оса, а не осики. А я их хочу называть осиками. Ой, тебя тоже. Тогда я буду их называть ложками тоже. Тебе же нравится, когда я так называю? О! Нет, ой, мне не нравится. О, тут осики. А, и тут осики. Спасите. Твои осики мне надоели. Они не мои. Это уже твою. Я пошел на курицу. Оседлаешь ее. Я буду кататься на курице. Логично. А-а-а, спасите! Спасите! Меня окружили динозавры. На меня смотрит злобный крокодил. Но он не кусается, смотрите. Хороший крокодил. Хороший крокодил. Но выглядит он нехорошо, конечно. Подожди. Слушай, я тут в воде застрял. Да ладно. Твои осики тоже меня окружили. О, и там осики, и тут осики. А, еще Настенька здесь приперлась. Я к курицам пошел. Все, пока. До свидания. Чеп инвентарь их фигнула. Тогда. Молодечек. О, наркотики я нашел. Молодец. Не трогай их только. Ты их тут два. Не трогай ни одного. Я хочу на страусе покататься. Хочешь ты на страусе? У тебя оружие есть? У меня дерево есть. А толку? Что? Сейчас меня цапнет муравей. Так, где мой? Я пошла в шахту. Оф. Оф. Уф. Моя голова. Моя голова кружится. Я не помню, как меня зовут. Кек. Кек. Меня зовут Кек. Подписчики дорогие, напишите, как меня зовут в комментариях, я забыл. Я сейчас прилягу и буду спать. Смотрите, квадратное солнце бомж. Движется. Бомжик. Что ты сказал, иди сюда. Все, я отрезвел. Я кек. Там какая-то тёлка бегает. Это был кек. Это не ты, это другая тёлка. Это хорошо. Она симпатичная. Значит, так. Сейчас я ее приручу, у меня будет значит, своя да. собственная девушка. Все? Ясно, ясно. Она моя теперь. Надо переодеть ее. Все. Ясно, как какой-то. А что, до этого было не ясно, какой я? Ходила тут неясная. Слушай, она какая-то противная девушка, она не идет за мной даже после красного цветочка. А, все, теперь идет. Так, давай-ка ее пере... Не, я не хочу. Ну, ладно, хрен. Она не умеет выбирать одежду. Ой, ох, мой нос. И побежал отсюда. Саженец. Посадим. Я пошел искать своего страуса. О, наркомашка. Сади. Да, вон страус, я его вижу вдалеке. Ой, там твоя... Как ты назвала пчел? Не знаю. Ну, ты же называла их как-то. Ну вот, называла, забыла, да? Называла, забыла, да? Так, где моя девушка? Вот она. Герл. О, вот еще одна. А, это ты? Отвали от моей курицы. Да, встань. Это не я. Мне наплевать. Это все равно ты. Мне наплевать? Это не я, мне наплевать? А если это реально не я? Это вон та девушка тебя пнула. Посчитала тебя конкуренткой. Туфельку тебе швырнула. Ага. Да, так и было. Да, подписчики? Так же и было, да? Нет. Вот почитаешь потом в комментариях. Тебе всю правду напишут. Это ты меня туфелькой. Какой туфелькой? У меня нет туфелек. Стой. Качаны. Качаны собираем. Кто-то собрал мои качаны. Ну, наверное, сюда. Это твоя девушка. А ну иди сюда.
Кривоножечка. Ты где там? Тригончик. Бегает тут. Спряталась, значит, да? Да, прятки. Прятки. Ну, все, я побежал тогда вперед. Давай. В поисках новых неизведанных вселенных и миров. 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 О, я нашел кое-что. Что? Тебе скажи. Ну вот и не говори. Я лошадей нашел. Прикольно. Чё, ты не удивлена, что ли? Ладно. Не-а. Ты меня не удивил. Ой, когда-то все играли в Майнкрафт 1.5.2, и когда увидели лошадь, чуть не обсирались в 1.6.4. Лошади, нифига себе. Ну сейчас это как-то... А тут, блин, мы динозавров видим, и чё, нормально, динозавры, чё? Нормально. Блин, вот это крутой мотор, респаун. А, да, наверное. Да, только о, я Настя. В зимнем биоме. Я тоже в зимнем, кстати. Ты что, за мной идешь? Нет, я тебя не вижу. Ну, я уже не в зимнем, я уже в горном. Вроде. Нет, страус такой шустрый. Давайте лучше вот так сделаем. И все увидят, что у меня нет скина. Точнее, у меня стандартный скин. Да. 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 Овечки. Не кабенься. Не буду. Вот именно. Не будь. Слушай, мы так долго бежим. Надо остановиться и в другой мир, я думаю. Ау! Да, я тоже так думаю. Кукурузик. Так, моя курица здесь, моя девушка здесь. Так, для тех, кто не знает, если вот покормить девушек, вот они рандомно спавнятся в мире красным цветочком, они за вами будут постоянно ходить и вас защищать. Ну, как, туфельками швыряться. О, брундучок. О, смотрите, вот видите, у нас тут много девушек, а у нас нету красных цветочков. В принципе, любую из них мы можем приручить. И сейчас наша девушка должна начать их в них стрелять. Вот видите, начинает бить и туфельками закидывать. Она даже и Настеньку закидывает. Ну да. Когда так ко мне приближается. Не верю. Да-да-да, она тебя прям чувствует. Не верю. Такого нету. Так, теперь я буду искать кое-что ценное. А, мне нужен этот муравей любой. Другой мир хочу. Может, бурундучка замать? Ау! Настя, я в шахте. Да, круто. Так. Настя, я опять в шахте. Где? Вон внизу шахточка. Пошли муравейчика найдем. Угу. Как увидишь, ты не тпшь, если меня позови. О, вот красный муравей, пошли в мир. Ау! Он мне тяпнул прям как. Больно. А где он? Вон наверху. Вот-вот-вот, давай. Я не вижу. Прям под тобой. Все, я уже тпшнулся. А вот. Я иду в мир динозавров. Ау! Стой! Я. Это что, типа я так быстро тпшнулась? Да. А я в текстур... Он, дракошек, твой любимый. Я тоже в текстурках застрял. Ой, смотри туда. Мы у меня нашли. Залагало. Все, отломал. Мы кое-что нашли. Что? Не видишь? Что? Да у меня прогружается сокровищница, что ли? Да. Там будет много железа. Сейчас я туда. Я еще морковку тяпну. Кто быстрее? Да я в воде застрял. Ну, блин, а все равно я быстрее. Ну что? Фу, Настенька. Я лагала. Да ты сама лагаешь иногда. Гораздо хуже. Нет. Слушай, темно. У тебя есть факел? Нет. Я вообще нифига не вижу. Я просто тупо иду. У меня есть только булыга. Какая мне разница на твою булыгу? Факел нужен. Я вообще нифига не... А, вон, я вижу двух тёлок каких-то. Твоя девушка голая. Отойдите. Ау! Здесь светло хотя бы, отлично. У тебя верстак есть? У тебя есть верстак? Вот он.
Это верстак? Серьезно? У А я-то тебя думал... что-то с головой. Блин, Настя, я тебе сейчас по башке киркой ударю. Да Шутить с ладно. этой... Вот, когда вы шутите с неостроумным человеком, вообще с ним лучше не шутить. Поняла? Да. Слушай, а у тебя есть бу... А, отойди от моего... Тебе что, места мало? Вперед копает мой этот... Мою железку. Ты шучу, копает твоя железка. Копай сам. Чем я должен копать? Копай сама. Я копаю. Копай. Тогда что ты споришь? Что ты меня прогоняешь? Попрогонять даже нельзя. Нет, нельзя. Слушай, у нас кое-чего не хватает. Угадаешь, печки? Чего? Нет, дров. Мы не сможем все переплавить. У тебя есть что-нибудь? Ну да, дерево немножко. Вот именно, у меня тоже его немножко. Ну хотя бы на меч и броню. Не, даже на это не хватит. Хватит. А. Я меч сожгу. И все свое дерево. Угу. Да-да. А там в середине там монстры. Я знаю. Но если их убить... Тут лабиринт, короче. А здесь тупик. А у него... Почему здесь две тёлки? А, это моя. Она куда-то сама идет. О, я вышел. Я нашел выход, смотри. Ура! Ура. Хм. Интересно, а вот эта хрень не горит? А может и сгорит, сейчас проверим. Нет, она не горит. Такая умная. А яйцо не горит? А Конечно, что нет. Кукуруза должна гореть. Нет, не горит. Все, ничего не горит. Ладно, не горит, так не горит. Что поделать теперь? Да, что поделать? Настя, не тупи. Это не тупизм. Бесит, меня бесит. Помнишь? Угу. Это вечно ты повторял. Бесишь да, меня. А ты повторял тоже. Бесишь меня. Бесишь. Бесишь меня. Бесишь. Бесишь. Бесишь меня. Бесишь. Чё, сейчас скажешь опять, что ты я не выговариваю, да? Да, ты вообще не выговаривал. Ты не выговаривалка. Так и знала, что сейчас так скажешь. Ты не знала. Я знала. Сначала додумалась. Выговори, потом скажи. Додумалась. Потом узнай. Слушай, мне это... Я придется ее чуть-чуть убить. Она мне запутала. Ой, туфельки сгорели. Все, ты единственная тёлка с турбоёжиком играющая пока что. Радуйся. Другая уже умерла. Да, от меча. У меня кукурузика много. Где? В голове? В инвентаре. А-а-а. В голове. В голове у нее кукурузиков много. Нормально, чё. Я не удивлен. Конечно. Слушай, бешеная. Где выход? Наверху. Откуда выходили, наверное. Нет, другой выход. Вот он, вот тут выход. А, ты про монстров? Да. Тогда я не знаю. Кто знает? О, ты железо о-о! Взял. Что? Монстра. А его здесь нет. Я сейчас быстренько в сундуки. Ау! Что, тебя уже убьют? Блин! Я куда-то тпшнулся. Не специально.
Фу, я все собрал. Угу. Почти. Здесь нифига не видно. Тут один лучник только, и то сам по себе сгорел. А у Ясно. меня супер ультиматумная броня. И кирка. Поздравляю. И еще три телки. А, ого, у меня есть кое-что крутое. Что? Гром какой-то. Можешь тпшиться ко мне здесь безопасно. Я тебя спасу. Подожди. У меня Смотрите, железо это перепало. тпшающийся блок. Тпшиш. Так, мне нужно умереть, я хочу... А, не, я не могу умереть уже. Килл, пропиши. Ну, только так, да. Неизвестная команда. Ты неправильно, наверное, написал. Правильно, и с одной, и с двумя я попробовал. Нет. Она с двумя пишется. Я знаю, я и так пробовал, и так. Ясно. Ладно, не буду умирать. Буду жить вечно. А знаешь, сколько живут ежики? Нет, не знаю. Не... Вечно. Да. Че это было? Как старая бабка какая-то, семечками торгующая на рынке. Да. Я просто... Чего просто? Просто семечки продавались. Ты лучше расскажи, как тебе искать. О, я нашел выход. Настя, смотри на меня. Где? Прикольно. Эй! Ты Прикольно, вообще... Эй! Эй, где печка? смотри Эй! еще раз. Дубль два. Только попробуй. На, Настя. А, не, мне для тебя ничего нет, к сожалению. Где печка, блин? А, на, держи. Я тебе труселя подарю. Почему их Алмазные. все называют труселями? Нет, только я называю так. Еще золотые слитки и руби. Руби тебе нужен? Еще у него такая вот фигня есть. Я не знаю, для чего она. Угу. Поем она какие... Огнестойкость дает. На, пожри. Это что? Лава. И вот для тебя персональная. Не, не надо. Не надо? Пошли отсюда, пошли. А, я застрял. Настя. Где? Эй! Хватит. Я просто застрял. Опять застрял? Чё это за фигня? А? Ты можешь туда идти? Могу. Я не могу! Я могу идти сюда. Может, это все из-за жезла? Да не, Наверное. реально, я не могу туда идти. Эй! Так, давай килл пропишу. Да нет, неизвестная команда. Давайте убью. Нет, ты меня не сможешь убить, пока я не сниму. Давай, мочи. Вот. Взяла, убила. Все вещи потеряла из-за тебя. В смысле? Шут. Я Шучу. смешно Ничего. пошутила. Ну, это ты не смешно откликаешься. Я к тебе. Да. Иди ко мне. Я Так. в тебе застряла. Застреваем. Здесь загружается мир. Смотри, я каратель с небес. Я убью вон тех динозавриков. Видела? Нет. А вот теперь. Нет. А вот теперь не видела? Знаете еще, бля. Иди сюда. Спасибо. Теперь Солидели видела. был избит, трубоеж. Иди сюда. Ты меня избил. Я в Провались. тебе не сомневалась, ты всех избиваешь. Смотри. Я уже половину потратил заряда. Ужас. Ох, там динозавр. Из-за твоей молнии все лагает. Я Зевс. А если я вверх кину ее? Смотри, она сейчас обратно Она при. вернется, да. Я не хочу, чтобы она на меня. Это, наверное, Не, как она не возвращается. А, не, идет, твое идет, идет, преимущество. спасайся! Прям на тебя. Нет. Смотри, какой милый дракошек, его даже не хочет. Бэйби. Он летает.
Это бэйби дракон. Его даже не хочется бить. Зевсу. А меня хочется бить, да? Тебя с удовольствием. За что? У тебя шорты некрасивые. Что? Слушай, пойдем из этого мира. Я на красного муравья. О, пчелки! Давай-ка я их замочу. Это не пчелки, это пчелки. Эй! Пчелки. Чё? Пчелки. Кого пчелки? Пчелки. Ой, пчелка застряла. Я сейчас ее убью, надеюсь. Ну или она меня убьет. А не, она меня не сможет, даже если захочет. А у меня 2 хп. У меня такая кирка хорошая просто. И что? Я убиваю пчелку. Я убил пчелку. Пчелка. О, Пендера тоже замочил. Тебе дать что-нибудь? Да, поесть. А, нет, у меня есть поесть. А хочешь приготовим супер попкорн из соли? Давай кухоньку замутим. А, дерева-то нету. Чем мы кухоньку замутим? Вот еще одна птелка. А, иди сюда. На. На. На тебе рубинчик, храни его. Ой, сзади Бендер. Чи. Ты зависла? Ну, если такое бывает, оно часто зависает. Что в Майнкрафте, что в жизни. А мы тем временем пойдем на поиски приключений. Эй! Кто это меня тяпнул опять? Ты иди нафиг отсюда. Смотрите, яблочки. Я опять застрял. Походу я застреваю из-за этой... Ау. Из-за этой молнии, вот она. Вот, и отстрел сразу же. Она как-то меняет мир так, чтобы я застревал, короче. Вот такая вот философия. А вот и наша лава, в которой я первоначально сгорел. Чертям. Так, давайте на этой светлой минутке мы закончим наше выживание. В следующей серии я постараюсь сделать обзор других биомов, других мест. И желательно я бы очень хотел бы построиться где-нибудь. Вот этот, к примеру, муравейка. Он ведет нас в рай. Повыживать в раю я люблю очень, потому что здесь водится супер дракон. Его некоторые из моих подписчиков видели. Ну и Настя тоже видела. Вот он. Биом рай. Точнее, это не биом, а мир целый другой. Другое измерение. Типа ад, рай и тому подобное. Мир роботов здесь есть еще. В общем, в следующей серии мы будем выживать в этом райском мире. Возможно, найдем алмазное дерево, которое именно здесь и растет. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну и всем пока.